оставили это. Вообще уже морфили. Ну раньше такого ведь не было, не кидались сюда. Не было такого. И что, только ГАИ вызывать остается? Ну а что делать? Мы звоним центральному диспетчеру, диспетчер вызывает. Здравствуйте, а как вот вам пришло в голову поставить здесь машину, скажите, пожалуйста? Я не оставлял ее сегодня. А она сама сюда приехала? Да, сама. Угу. Никого нет, что с машиной, куда он сам делся, вообще непонятно. То есть, а он сидел в машине, да? Сидел, он не вообще, я не пойму, какой он был. Пьяный? Наркоман, как вы думаете? Ну, состояние было у него какое-то неадекватное, вот такое, как этот робот. Ну, часто у вас так паркуются? Нет, не часто. И что делать в таких случаях? Только ГАИ вызывать? А мы больше ничего не можем. Нет желания на таран пойти? Нет. Нельзя. Видно было, мы же сверху едем, вот так что-то, потом уже было нельзя. Давай, блядь, сиськи. Давай. Давай. Давай.
машину или полезет сейчас? Вон туда слышно. Сейчас вытащит что-нибудь. Не, водогон. Нельзя вам! Ой, нельзя. Нельзя же сказать сюда. Я посмотреть просто. Вы сейчас и больше что заработаете. Что еще я заработаю больше? Ну что, где ваша пушка? Слава Богу, не стоит. Во что тогда рассказывать? До встречи, вообще ничего нет. Пушка, не ваша такая? Что вы еще хотите? Все. Нету. Можно тротуар? Можно клемму снять? Нет. Клемму снять. Вот туда, на тротуар. Чтобы... Нет, чтобы аккумулятор не снял. Клемму сниму. Да нет, клемму сниму, чтобы фонари не горели. Они и сами зато погасли. Я еще не гасли. Погасли. Нет, я клемму сниму наверняка. Ну, что еще раз? Вот. Все, все, больше ничего. Все? Да. Машине больше не притягивай. Ага. И этому не водитель. Это я не водитель.